комитета, как был 78-й год. Вот на нем. Предновогодний Нагорный – настоящая арена легенд. На автограф-сессии два олимпийских чемпиона – Владимир Ковин и Александр Скворцов. Болельщики под такое мероприятие подоставали из своих домашних коллекций раритеты из соответствующей эпохи, дабы украсить их росчерк. Перед началом матча церемония вручения Владимиру Ковину свитера и именного перстня члена Зала славы отечественного хоккея. Спасибо большое. Спасибо большое.